Привет! Если вы смотрите это видео, то вполне вероятно вы задумались о поиске профессионального ведущего на вашу свадьбу. Позвольте задать вам несколько вопросов. Хотите ли вы, чтобы ведущий перевоплощался в сердючку и переодевал гостей? Хотите ли вы пошлых похабных шуток ниже пояса? Хотите ли вы старых совдеповских заезженных и алкогольных конкурсов? Если нет, нам с вами по пути. Позвольте представиться, меня зовут Петр Чарушин, и я профессиональный ведущий. Тогда под ваши бурные аплодисменты появляются наши молодожены! 21 год вместе, держите! Ваша задача делать уже привычные движения только под музыку. Я предлагаю под ваши бурные аплодисменты, чтобы молодожены разрезали эту киноленту! Поехали! Держи кактус, все, спиной к девчонкам. Итак, 3, 2, 1, поехали! Все помнят еще свои имена и фамилии? Нет, уже кто-то не помнит, значит праздник идет хорошо. Сейчас я ухожу из камеры, а вы просто машете ручкой, а мы вас любим, что-нибудь такое, давайте. Счастливо, удачи! Более 400 молодоженов остались довольны своей свадьбой и рекомендуют меня своим друзьям. Я стараюсь сделать так, чтобы свадьба была комфортной, чтобы на свадьбе не было заезженных конкурсов и чтобы все гости остались довольны и счастливы. Если вы хотите, чтобы ваш праздник остался ярким, запоминающимся событием, если вы хотите, чтобы о вашей свадьбе говорили, если вы хотите свадьбу лучше, чем у подруги, звоните. А мы хотим сказать огромное спасибо Пете. Все было круто, весело, от и до. Он вот такой чувак. Это было ровно так, как мы хотели. Спасибо большое! Я думаю, что свадьба вел Петр Чарушин. Все было супер. Гости очень довольны, смеялись вообще просто. Нас на свадьбе был Петр Чарушин. Было просто очень здорово, очень креативно. Играйте Петра Чарушина. Мы за него. Действительно, обалденный праздник. Море шуток, море эмоций. Просто белиссимо. Если вы хотите веселье, то это... Обращайтесь, да, к Петру Чарушину. Он знает, что делает. Дорогие друзья, я еще раз всей души хочу поблагодарить Петра, нашего замечательного ведущего, который был стильным, классным, ненавязчивым, очаровательным, умным. Нас замечательно развлекал, был с нами в душой нашей компании. А следующий большой